Моя анкета зарегистрирована только на сайте anastasiaday.com. Каждая девушка мечтает о своем мужчине, о своем принце, о своем идеале. Мужчина моей мечты – это тот мужчина, на которого можно положиться, как на самого себя, с которым не страшно броситься в огонь, в воду, пройти и пробежать вокруг света. Мужчина моей мечты понимает меня так же, как и я понимаю его. Я чувствую комфорт и тепло, когда нахожусь с ним. Рядом, когда взяв за руку своего любимого, ты понимаешь, что это твой родной человек. Когда кричишь «Я счастлив», потому что я с ним, потому что люблю его. Мужчина моей мечты может быть не идеален красотой, но преобладать внутренними качествами, теми качествами, которые начнут к себе манить, притягивать. Мой мужчина должен быть в первую очередь ответственным, любящим, понимать, что такое семья. Он понимает юмор и всегда поддержит в трудную минуту, когда тебе плохо, приласкает и обнимет. Он заботливый и хороший семьянин. Он любит детей. Он, когда ты боишься, скажет «Не бойся, я с тобой» и протянет тебе руку. С таким мужчиной, когда сердца бьются в унисон, друг другу ничего не страшно. Не страшно думать о завтрашнем дне, потому что проснешься и увидишь его рядом. Будешь знать, что он всегда с тобой. А это самое большое счастье для женщины. Любимый мужчина и дети.